Это достаточно сложный вопрос. Я думаю, что на этот вопрос, может быть, нет ответа и у тех, кто этот проект начинал. Есть общее видение, есть, так сказать, понимание динамики в целом. А вот чем она закончится, это будет, видимо, зависеть от целого ряда обстоятельств. Я думаю, что создание Народного фронта – это попытка подвести более широкую, более сильную основу под партию власти. Особенно в связи с тем, ну, в связи с теми обстоятельствами, в которых Народный фронт первоначально возник. Да? То есть это результаты думских выборов, это, так сказать, некое наглядно проявившееся недовольство более-менее широких кругов населения. И, естественно, оно потребовало от властных структур, так сказать, новых подходов, новой динамики, нового взгляда на вещи. Вот результатом этого отчасти стало и создание Народного фронта. Я думаю, что лично для Владимира Владимировича Народный фронт является как бы дорогим дитя, он его не бросит, он его не оставит. И я думаю, что большие симпатии лично он, это, конечно, может не проявляться внешне, испытывает к Народному фронту больше, чем к Единой России.